Всем огромный привет! Сегодня у нас выходной с Олесей. Мы приехали на турбазу, клевое местечко называется, находится в Энгельсе. Вот, будем сегодня отдыхать. А у нас тут родственники отдыхают. Они сюда приехали на недельку, а мы приехали на день-денек. Вот. Так что сегодня у нас отдых. Здесь такой прям чистенький песочек. Мне пока тут очень даже нравится. Утром я уже сняла видео про покупки из магазина Галамарт. Скоро будет на канале. Будем жарить шашлыки скоро. И отдыхать. Здесь домики по 5000. Они офигели совсем. Ну как водичка, Олесь? Теплая? А сегодня вообще хорошо здесь. Мало народа. Не брызгайся, пожалуйста. Молодец. Ну-ка покажи, какая у тебя там кошка. Ух ты, классно. Да, вода уже цветет. Еще буквально неделю назад мы были на Волге, была идеально чистая водичка, а сейчас уже зеленоватая. Но она и потеплела наконец-таки. Короче, все, уже 15 августа, конец лета. Вот последние деньки. Отдыхаем на турбазе, а то потом все уже будет похолодание и уже никуда не поедешь. Поэтому наслаждаемся последними деньками лета. Вот такой здесь номер. Здесь двухместная кровать, кондиционер, холодильник, туалет, душевая кабина и все. А, телевизор и шкафчик. Стоит 2500 такой номер. Единственное, что здесь вот номер, да, а вот тут вот сразу за окном трасса. Ну, короче, дорога такая активная. Здесь вот такая детская площадка маленькая. Ну, вообще хорошо, тут Волга, да, тут вот домики. Прям минута ходьбы. Магазинчик, кафе тут есть. Купание в нетрезвом виде запрещено. А почему? Почему нельзя? Нет, бы он сказал да, да? Всем доброе утро. Мы сейчас приехали на Шумейку. Мы здесь в этом году что-то ни разу и не были. Вот на этом именно пляже. Мы сейчас смотрим, что тут и как. И думаем, оставаться нам тут или нет. А вот там, на том острове, очень много разных турбаз. Мы там отдыхали лет 10 назад. Вот. Утром я себе наклеила флеш-тату. Мне очень нравится, как круто смотрится. Так что вот. Холодно. Так, еще один. Давай. Я холодно. Всем привет, а мы сейчас приехали после Волги. Вот заехали в магнит большой, закупились. Тут немного продуктов на 1100 рублей. Молоко вот такое, Белая долина, 45 рублей. Две пачки масла из села Удон. Колбаска. Я хочу сделать такую мини-шаурму. Это лаваш армянский за 45 рублей. Здесь лук килограмм 30 рублей. Здесь хек на 55 рублей. Тут, ну, короче, он маленький оказался. Там мало его. Три штучки маленьких. Олесь еще любит вот такое желе клубничное. Сейчас будем как раз его делать в формочках.
Тоже ей. Да? Или еще что? Ты а что ты тут спрашивала, и это? Да, вроде я все показала. Вот эти, кстати, прикольные печеньки, они прям как чипсы. Крекер со вкусом бекона. А здесь их тут точит сидит. Йогурт. Ты зачем чупа-чупс замочила? Как вкуснее будет. Я вообще люблю овощи, фрукты покупать на рынке именно. Еще будем пробовать вот такую приправу для курицы. Покупаю первый раз. Стоило 70, по-моему, рублей, давай что ли. Я вот. Че? Печеньки были фигуры вот такие, квадратные. Они очень вкусные. А вот так мы делаем желе, все залили. И теперь холодильник на 5 часов. Сегодня я вам покажу, как я готовлю яблочный пирог шарлотку. Самый простой, элементарный рецепт. Нам понадобится 4 яйца, 200 грамм сахара, 200 грамм просеянной муки и несколько яблок. Для начала нужно 4 яйца взбить миксером до хорошей пены. Теперь, продолжая взбивать, добавляем понемногу сахара. И теперь сюда мы добавляем 200 грамм просеянной муки. И теперь уже аккуратно перемешиваем всю эту смесь ложкой. И в итоге получается у нас вот такое вот тесто. Яблоки можно почистить, можно не чистить. Это все по вашему желанию. Я, пожалуй, почищу. Силиконовую форму для выпечки слегка смазываю подсолнечным маслом. Нарезаем яблоки и выкладываем на дно. Духовку предварительно разогреваем до 180 градусов. Теперь сюда выливаем наше тесто. Ну и все, отправляем в духовку на полчаса. Так, прошло полчаса, я вынула пирог, и теперь пусть постоит вот таким образом на столе минут 30. Лучше сразу его не вытаскивать. Сверху хочу украсить сахарной пудрой. Можно.